Грапарак. Осенью в Армению прибудет президент РФ Владимир Путин. Уже известно, что ближайшие заседания Евразийского межправительственного совета ЕМПС состоится 29-30 апреля в Ереване, и для участия в нем 29 апреля в Армению прибудет председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, пишет газета Грапарак. Согласно нашим источникам, осенью же. По всей вероятности, в Армению прибудет президент РФ. Сколько бы напряженными ни были отношения, однако Владимир Путин не хочет разрывать связь с властями Армении и стремится сохранять баланс в отношениях Армении и Азербайджана. Напомним, что сейчас Армения председательствует в ЕАЭС, пишет газета.